Нет. Что бы ты ни сказал, нет. Это было правдой? Что? Когда я был мэром, ты на самом деле любила меня? А как, по-твоему? Не знаю. Как это не знаешь? Сейчас, глядя на меня, ты не знаешь? Ты в самом деле вышла бы за меня замуж? Да. Почему? В то время я был обычным парнем. Я был не так умен. У меня не было опыта. Ну, не знаю. Не знаю, если бы не было игры, как ты могла бы быть с таким, как я? Я была в тебя влюблена. А что ты чувствовал ко мне? Скажи правду. В то время? Нет, я не уверен. Я не знаю, что я сейчас говорю. Но я знаю, что я поступаю правильно. То есть... Не знаю, я так чувствую. Почему сейчас? Что произошло? Все просто. Если бы сегодня был последний день в моей жизни, первым делом я сделал бы это. А как же Кенан? Забудь о Кенане. Давай забудем о Джингизе, Кенане и Баде. Только ты и я, Эйшан. Давай поедем куда-нибудь. Вдвоем? Вдвоем. Только ты и я. Наедине. И что будет, когда мы уедем? Ты не знаешь? Что, по-твоему, будет, когда мы уедем? Я буду очень счастлива. Очень счастлива с тобой. Я тоже. Поедешь? Поеду. Можно вас? Они собираются куда-то. Вдвоем. Куда? Не знаю, не сказали. Темуз. Эйшан встретилась с Эзелем. Что собираются делать? Хотят остаться наедине. Эзель сказал, дай мне еще один шанс. Слушаю. Номер недоступен в данный момент. Куда они едут? Следить за ними? Не только следи. Они все еще там? Да. Я схожу в дамскую комнату. Мы поедем отсюда, да? Жду тебя в машине. Хорошо. Она уходит. Они поедут отсюда. Хорошо. Иди за ней. Позже возьмем. Они не выходили? Thank you.
Браво! Ты растрогал меня. Я чуть не расплакалась. А ты меня. Откуда появилась эта ложь относительно поездки? Это не ложь. Мы уезжаем. Тот человек, который следил за нами, позвонил своему боссу, а тот Кинану. А Кинан... Кинан сказал им преследовать нас. Будем продолжать эту игру до тех пор, пока они не остановятся. Возражения есть? Это у тебя надо спросить. Тебе не надоело играть? Кое-кто ждет тебя дома. Ты права. Пусть эта игра закончится, и тогда все смогут вернуться домой. То, что ты сказал в кафе, было правдой? Не сейчас. Тогда это было правдой? Скажи. Нет. Я должен кое-куда заехать. Да. Они сбежали. Меня не волнует, что сделали они Тимус. Меня волнует, что делаешь ты. В следующий раз звони, чтобы сказать, что ты нашел Эйшан. Сможешь? Да. Тогда действуй. Вы только посмотрите на него. Наверняка ты хочешь сказать что-то серьезное. План Эйшан удался. Кинан... Добро пожаловать. Как прошел день? Я хотел сказать, мы с Эйшан... Стали известны результаты экзамена. Я сдала на отлично. Прекрасно. Поздравляю. Я должен поговорить с тобой. Давай... Не будем говорить об Эйшан, пожалуйста. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Мне надоело все время плакать. Извини. Но ты не знаешь... Нет. Вы встречаетесь, знаю. Ты делаешь то, что должен делать. Ты встречаешься с ней, но потом возвращаешься ко мне. Ты не остаешься с ней. Видишь, ты здесь. И я здесь, а Эйшан нет, не так ли? Что происходит? Ты меня пугаешь. Баде, некоторое время меня не будет. Ты в это время не ходи на работу, хорошо? И на учебу не ходи. Будь у Азад. Али будет рядом. Хорошо? Ты куда-то уезжаешь? Мы будем в горах. На даче. Далеко. Ты сказал вы? С кем? Сейшан. Пока не объявится Кинан. Несколько дней. Несколько дней. Кинан ревнует ее. Может, одного дня будет достаточно, не знаю. Вы будете вдвоем? Когда? Сейчас. Эйшан ждет меня в машине. Баде, подожди. Давай поговорим, Баде. Прекрасно. Я не хочу ее видеть, но она повсюду. Что я могу сказать? Не уезжай с ней, да? Что я могу сказать? Скажи, если не хочешь. Как я скажу? Этот человек убил маму Азад. И если это единственный способ найти его, то... Ты сама все понимаешь. Я уезжаю поэтому. Меня это выводит из себя. Ты обязан. Сейчас я увижу, как ты уезжаешь с ней. И я ничего не могу поделать. Потому что я обязана. Что я могу поделать? А я что могу сделать, а? Что сказать, чтобы ты почувствовала себя лучше? Что сказать, скажи? Сделай вид, что не хочешь ехать. Я не хочу. Но ты уедешь с ней. Не поеду. Ты уезжаешь? Не уезжаю. Я с тобой. Как это?
Ты не чувствуешь? Ты держишь меня за руку? Я целую твою руку. А сейчас обнимаю. Крепко, крепко. Очень крепко. Очень крепко.